Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. А давайте-ка поиграем в Dark Tide. Я получил удовольствие от игры. Pathogen breeding facility identified. Location Refinery Delta 17, freight port HL34-2. Proceed through flow control hub Delta 12 to the refinery complex. Neutralize pathogen via hyperbaric pressure. Rumor and data align. The site is infested with heretics. Tread with care, varlets. Да, в общем, получил удовольствие от игры Псайкером недавно, поскольку наконец-то настроил его более-менее адекватно, хотя там, конечно, вариаций много. И вот сейчас буду продолжать. У меня тут еще цельный список всех карт, на которых я еще не был Псайкером. Сначала сильно путался в кнопках. То есть у Псайкера вместо гранаты какой-нибудь, которая есть. Псайкера, значит, своя собственная новая оружие, которое требует внимания. Get back! Exploding barrel!
Hub Delta 12 is infested with unknown material. Nothing a bit of firepower can't fix, I'm sure. You look like a canny fella, big man. Everybody says so. Well, what does canny mean? Thank you,
Закидали. Да, спасите, спасите. Да, блять, кто? Кто откуда? Раньше, по-моему, нормально было. Снайпер! Снайпер! The flaming one! Jump us down and dead! Faster! See it!
Сейчас. Arm your associates, or else you'll fight alone. I hope that I will not catch you looting. Банда. Охренеть. Протокол requires you help! Со всех сторон. Охренеть. Современный, блин. In the strongest possible terms, help! Oh, shit. It is time.
Вот это меня занесло. Никого тут сразу же нету, не оказалось. Thank you.
Делились все почему-то. Зачем бежать? Ко мне. Я на какой-то, видимо, бета-тест попал. АБ-тест, точнее. Эй, Дредконнер! Go there!
Abandon me! Еще раз посмотреть, что у нас тут такое. Ага. Рейпер! Status inoperative.
Где вы там шляетесь, ёб твою мать? Самое противное, что можно придумать. Вот так вот.
блин, это какой-то хаос на самом деле был со всех сторон. Я не знаю. Как-то жестко было, реально. Ну, в общем, так. Прошли и хорошо. Ну, а теперь спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки и прочая фигня. Все ссылки в описании. Заходите обязательно. Дискорд сервера Кооператив Дружба и Humboldt 3 Russian Fleet. Ну, или просто Humboldt Russian Fleet. И, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре. Все, всем пока-пока. И всего доброго. Император хранит.